На скамье подсудимых двое молодых людей. Арман Сарыбаев, обвиняемый в попытке убийства с применением огнестрельного оружия, находится под стражей. Второму подсудимому, Нурмахану Сулейменову, меняются более легкие обвинения в нанесении ножевых ранений. В зале суда он сидит без конвоя. В апреле этого года небольшой городок был шокирован стычкой между молодыми жителями из соседствующих микрорайонов Арысь-1 и Арысь-2. Мы 10 апреля на пикнике отмечали рождение сына у друга. К нам подъехали ребята из соседнего района. Спросили, не видели ли мы лошадь. Мы ответили, что не видели. И мне понравилось, как мы отвечаем. Произошла драка. А потом они сказали, что вечером с нами еще разберутся. По показаниям подсудимых, в тот вечер они не хотели продолжать разборку, но все равно были вместе. Неожиданно к ним подъехало 2-3 машины с парнями, которые сразу же бросились в атаку. В той драке Нурмахан Сулейменов нанес ножевые ранения одному из своих противников. Он меня сзади схватил за шею и стал душить. У меня был нож, и я стал отбиваться. По утверждению подсудимых, именно оппоненты открыли по ним стрельбу из оружия. У меня не было никакого оружия. Наоборот, те ребята открыли стрельбу. Я стал убегать, зашел в незнакомый дом, попросил убежище у хозяйки. Она меня впустила. Я сказал ей, чтобы она тоже пряталась. А на следующий день меня задержал ОМОН. В полиции на меня надевали противогаз, делали слоника, добивались, чтобы я признался в попытке убийства. Между тем, следствие считает, что именно Арман Сарыбаев имел при себе неустановленное оружие и открыл стрельбу. Процесс продолжается.